А когда был основан город Видное? 50 лет назад. А кто такой Гаевский? Генерал. Когда был основан город Видное? А я не местный. Извините, но я не местный. Почему называется музей-заповедник Горки Ленинские Горки Ленинские, а не Горки Сталинские или Горки Дзержинские? Почему? Не знаю. Я здесь недавно, поэтому я мало знаю про этот город. Кто такой Евгений Зубов? Не знаю. Представить жителям информацию о Видновской земле, пробудить чувство гордости и любви к ней, заинтересовать новоселов жизнью и событиями района, его проблемами, вовлечь в активную социальную и культурную жизнь. Такие цели преследует районная библиотека. Это заводская пошла, да? Заводская. Тут наша... Но я тут не очень вижу, просто сидели. Витя Ленин сидит, а раньше был фонтан. Дмитрий – настоящий полиглот. Он изучает языки немецкий, английский, голландский, норвежский, эстонский и исландский. Сегодня пришел на мероприятие специально. Оказывается, история и лингвистика тесно связаны. На краеведческих мероприятиях рассказывается немножечко об истории, и викторины проводятся, которые могут улучшить знания даже того, чего я не знал. Ведь язык, он связан и с историей прежде всего, и какие-то слова могут произойти в течение каких-то исторических моментов. Сегодняшнее мероприятие – это одно из многочисленных образовательных программ, которые воплощают в жизнь районная библиотека. Библиотека центральная вошла в топ-10 библиотек Московской области по приоритетному программе губернатора Московской области «Перезагрузка библиотек». Вот. Один из проектов этой программы является азбука Видновского края. После ее завершения азбука превратится в настоящую электронную энциклопедию всего значимого в Ленинском районе. Причем меру значимости будут определять сами жители. Принцип составления электронной энциклопедии достаточно прост. Скажем, берем любую букву, буква «Г». Под этой буквой, может быть, в этой энциклопедии помещен Павел Гаевский, директор коксогазового завода. События, памятники, известные люди, учреждения и предприятия, парки и заповедники. И даже, может быть, вы, ваша семья и близкие. Все это отразится на электронных страницах. Главное условие – связь с Видновским краем. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.